О, пошла пирышечка. Ребят, мы... Ребят, мы хотим интервью взять у вас. Можно? Какой нахрен интервью? Да я слышу, блин. Ну мы подождем. Ну мы подождем, да. Привет. Привет. Как дела? Да, неплохо. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Будешь сосаться? Что? Ой, я говорю, пойдем кофе попьем. Кофе, да, я бы не отказалась. Пойдем. А может быть коньячка покрепче? Или еще раз? Ой, можно и покрепче. Ой, да ладно, прекрасно. Так, садись, я угощаю. Вот сюда садись. Только я тоже не... Там бутылка рядом, на нём, вот здесь вот на табуретку, ага. Блять, я на клавишу жопу. Не, я, наверное, все-таки постою. А, да ладно, не бойся, так. И тут, тут прикинь, игровой автомат, если офигеть. Что там, уже, как? Я, кстати, играла, да, проиграла деньги. Все деньги? Ну, почти. А ну-ка, подожди, раз тебя удача не улыбнулась, может быть, мне улыбнется, когда ты рядом. Ну, сейчас посмотрим. Не знаю. А затягивать-то как? О, да. Так, 5000 ставлю. Чупуль, чупуль, чупуль. Вот лохотрон. Нет, нет, ну ладно, еще раз. Еще раз. Да нет, как-то я тут выигрывал, но... Так, я уже 10 тысяч слил. 15 тысяч слил. Так, еще. Прикинь, не канает. 20 тысяч уже слил. Ладно, 25. Я получил 15 тысяч. Ого, нормально. Так, ну, 5 тысяч. А, 10 тысяч еще должен. Так, уже 15 тысяч. Прием. Слил. Так. А ты сколько проиграл здесь? А, да так. О, еще 15 тысяч получил. Так, давай еще. Опа, пошла. Пошла пюрешечка. И еще 15 тысяч. Что-то у меня 3 лимона не попадают. Интересно. Попадутся на самом деле, там нереально что-то выиграть. Да я говорю лохотрон. Еще 15. Я уже сбился, сколько я потратил. Ребят, скажите в комментариях, сколько я потратил, сколько я вложил, сколько выиграл. Я что-то прям не могу понять, сколько. Сейчас 500 ставлю. Потом 5000. Так, 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 так. Чупуль, чупуль, чупуль. И еще 15 тысяч поднял. Я же говорю, затягивает. Вообще же, я же все свои бабки походу. Пойдем-ка лучше машину купим нормально. Поехали. Здорово, мужики. Классика. Здорово. О, Римас. Здорово, здорово. Как вы меня узнаете? Я не понимаю вообще. Здорово. Че, ребят, как дела? Гопайте, да? Работайте. Плохо дела. Да нет, ловили. А че плохо дела? Че такое? На федералке гопников столько какие-то. Да ну, нормально вроде. Я вот сейчас недавно катался, все чики-поки. До этого знаешь почему было? Потому что я пытался войти на остров. Вот. И, блин, 150, прикинь, человек очередь. Ё-моё, я вообще херел просто. Так, ладно, проводили. Кстати, проблема, она каждый день так проявляется. Там на федералке сейчас две машины, желтая и черная, гоняют, короче, убивают и добивают, причем. Ну, то есть без спроса вопроса. А только что еще белый гольф отсюда уехал, тоже да? С лопатой внутри. Ай, да ладно, белый гольф, он меня все ждет, когда я выйду. Белый гольф? На желтом гольфе. Или гольфе, или что-то желтая машина, не при мне хлопнули чувака, я его подвозил. Вот, а дальше, короче, два трупа добитые были. Они же за ними потом гнались вроде. Может быть, они беспредельщиков так наказывают? Вы не выясняли? Да нет, там обычные мирные. Не, а при тебе, они что тебя-то не тронули? А я буквально сзади подъехал, короче, на квадроцикле, вот, и чувак стоит с киркой в руке и голый полностью. Говорю, что случилось? Он говорит, а вон они хлопнули, а они вдалеке уже уезжали. Ну, понятно, мы за ними на лесопилку поехали, а там трупы, короче, по дороге. Так, ладно. Я говорил, что там хлопают сразу без предупреждения. Прям там черный получается, кольца и желтый какой-то. Ладно, сейчас разберемся. Это недавно было? Прям вот. Да, вот 15-20 минут. 15, да. Понятно. Пойдем. Пошли. Тебе как звать-то? Удачи. Давайте. Погоди. Жду.
Оу, Эмми. Миссис Эмми. Hello, миссис Эмми. How are you? Are you married? Yes. Так. А где у нас этот авто, автосалон? Мобиль... Вот туда. Да. Я тут не местный просто. Не знаю, как... куда ты идти. Ты тут не местный, да? Да. Ну что, рассказывай. Как, что тут, как тут происходят дела-то? Ну, что тут происходит? Только залетела на остров, уже все. Уже нашли меня какие-то неадекватные люди. Так. Которые меня хотят вывести в лес. Вот это да. Вот так вот. А ты замужем, да? Да. Ай, блин. Ну, молодец, молодец. Пойдем. Так. Что с тобой? Так. Поскользнулась? Вот, а что ты стоишь? Тут плохо, надо быстрее уезжать с Кавалы. Пойдем, пойдем, да. Тут вообще жизнь. 150 человек. Ёптать. Половина в Кавале. Здорово, гопник. Эй, опасно. Ходит тут. Ага. Так. Автомобильный салон. Я не знаю. А, у меня налично 2 миллиона с чем-то, да? Так. Розовый. Ничего себе. Подожди. А, да, я это сейчас ключ дам. Здорово. Только с пистолетом стоишь? А, да, не пойми. Все, поехали, садись. Водить умеешь-то? Я за водителя, а мы не умрем. Ну, я поэтому спросил. Поехали в сторону ДП-11. Так, сейчас посмотрим, что это за беспредельщики такие. Так, сейчас я переоденусь. Давай. Все, я переоделся. Рим используется отменкой. Кого там переоделся? А, вот смотри, какая одежда. А, нормально. Давай, давай, отъезжай с Ковала, тут жопа полная. Еду, еду туда, совсем еще очень плохо. Да просто жесть полная. Хочешь, я тебе фокус-кокус покажу? Какой? Вот такой. Поехали дальше. Ты в шоке? Она в шоке? Так, возвращаюсь. А то все очень... Ой, господи, я в ту сторону. Отлично. Да, поехали вот в сторону, где Дедомаган. Там уже что-то горит. После таких фокусов могу и вылететь. Бывает. Дедомаган притормозит только, ну, этот, не разговаривай, хорошо? А посмотри, что тут происходит. Ууу, да тут прям пюрешечка была. Твою ж мать. Это что тут такое-то произошло, интересно? А, поехали дальше. Смотри, нас гопники могут гопнуть. Могут, да. Ты живая? Вот это, я-то живая. Все, поехали, поехали, поехали. Я-то живая, но это надо менты. Полечиться. Ничего, ничего, поехали подальше, отъедем. Давай. Блин, вылетают же навстречку. Ага. Так они сами вылетели навстречку. Копы, копы, это я копы были. Навстречу. Нет, они вылетели. Насколько я помню. Ну, мне тоже так показалось. А тачка нормально, да, едет. Колеса подбитые, да? Ну да, Оля, цвет меняет, цвет меняет, цвет меняет. Что? О, это гопники, походу. А тут их много. А если тебя гопить начнут, ты скажи, это пресса. Как бы они прессу не имеют права купить. Да. Хотя, а прессу не могут брать заложники? Нет, не имеют права. Да? Я думала, заложники можно брать. Ну, ясно, ясно. Ну ты же пресса, как тебе могут заложники брать? Это просто знаю. Конченые будут на рез. Ну, тут всякое бывает.
Так, давай я за руль сяду. Давай, а ты подлечись. Да, я подлечусь тогда. Блин. А, ты тоже открыла, понятно. У меня, если что, микрофон есть, который могу бить. Микрофоном? Да. Так, ну пойдем искать гопников. Что теперь? Ну что, рассказываю, как вообще в прессе дела? Бывает беспредельщик всяких? Бывает, но как-то редко вижу. Понятно. Были какие-то казусы, либо там опасные ситуации? Опасные ситуации, ну... Бывало такое, конечно, что я проезжаю мимо и просто расстреливают, потом оказывается, они перепутали меня просто с кем-то. Понятно. Ну, давай попросим интервью. Здорово, мужики! Интервью хотим взять, можно? А, что-то он походу... Ну, да, любовщики, они говорить не любят, они любят работать. Поэтому не будем их беспокоить, ладно. Поехали дальше. Ну, народу так, тут всегда такое. Так, ладно, заглушку включим. Мне бы, знаешь, что мне бы подлечиться, потому что как-то... Вообще хреново, да? Все, поехали сейчас. Подальше, чтобы нас никто здесь не тормознул. Давай, тебе дать что-нибудь? У меня был набор хирургический. Сейчас гляну. Так. Так, а я сейчас буду волшебные слова говорить, повторяй за мной. Давай. Ай, сим салабим. Айсин Соловим. Рахат Руху, вылечи меня полностью. Рахат Руху, вылечи меня полностью. Вылечи полностью, чтобы было все хорошо. Вылечи меня полностью, чтобы все было хорошо. Поехали. Что-то не так. Получается. О. Нормально? Отлично, вообще. Все, поехали. Так, гопники. Я экстрасенс, так что не пугайся. Да. У меня есть телепорт-машина. Это я уж поняла. Жалко, что гопников нет. Да есть они. Вот, я вижу потенциальные копники. Вот эти вот, которые едут задом вперед. Походу. Странные. О-о-о. Валяются еще. Твою ж мать. Здорово, мужики. Мужики. Да. Что случилось? Да врезали. Понятно. А тачки где? В комбайне. Утиль, что ли? О, а ты этот... Медика вызвали-то? Не, я тебя не помню, я тебя не помню. Так, помнишь меня или не помнишь? Добрый день. Не, я, короче, тебя забыл. Добрый день. А, вот и полиция приехала. Ага. Какая полиция? Ну, в смысле, какая? Полицай. Какая еще? Можно нелегал там здесь, да? Там уже сдаются. Есть то? Да, да. Димас, ты что тут делаешь, Димас? Что я тут? Я тут катаюсь с прекрасной дамой. Плантация какая. Давай, бери интервью. Узнай, что случилось, запишем уж какой он материал хороший. Так выходите. Есть, в смысле? Ну что, ты далеко сел, что ли? Тебя застрелить на месте или как? Что, они с вами все хорошо? Товарищ полицейский, можешь обратиться? Вы живы? Димас, выпусти меня, пожалуйста. Товарищ полицейский. Да, что такое? А, тут у нас проблема. Левый человек хочет угнать мою машину. Я его закрыл. Пожалуйста, разберитесь. Правда. С ним. Неправда. За что с нами? Да, можете его из машины вытащить? Я боюсь, он сейчас угонит ее. Ух ты, ёпты. Да, я могу сейчас ее открыть. Открываю? Как вы себя чувствуете?
Давайте. Открываю. Что случилось? Это вот не помощь, чуть нужна, я его готов. Открыл. Ой, что случилось? О, все. Нет! Спасибо большое. Товарищ, товарищ, разрешите забрать раненых? О-о-о, нормально. Ну, проверить тебя хочет, но он тебя хочет арестовать за то, что... Куда ты убегаешь? Ты же мою машину чуть не угнал. Да ты, что ты не говоришь-то, чтобы я остановился? О, товарищ, давайте вас подречу, товарищ. Блядь, ты, блядь, вытащил меня... Ой, спасибо большое. Вы лучше полечите вот этих вот ребят. Сейчас, разрешение дадут? Ты просто молча стреляешь огонь. Тихо-тихо-тихо, ребята, товарищ полицейский. У меня к нему претензий нет. Можете их отпустить. Товарищ Сват, разрешите, пожалуйста, забрать раненого. Ты берешь и стреляешь. Да. Ты прежде остановиться не было, ничего не было, ты берешь и стреляешь. Я стрелял в стрелянах. Блин. Это какая, блядь? Ты мне скажи, остановись, я постою. Так, повернись спиной, тебя же просят. Меня ставить, тогда жахнули. А что у вас в рюкзаках, кстати, ребят? Можно посмотреть? Смотри, у нас медь. Сработали. Дальше чуть. Езжайте уже, езжайте. Взяли туда жахнули. Ну зачем так жестоко? Просто так беспределят, блин. Да я стрелял в тайзера. Ну да, из меня попали, а я же водитель, не буду чем, у меня давление. Так, что там, интервью получается? Ага, он не отвечает. Сейчас поднимем, все будет нормально, все скажет, все расскажет вам. Так он, наверное, это. О, рожа знакомая, я его видел в политическом участке. А меня трудно не запомнить. Вот, да. О, заговор. Калаш, малаш. Я все нормально, я не приступил. Упакованный чувак. Сдача. Тихо, не доставай. Все нормально, я не приступил. Слушай, нихуя мы отлетели, блядь. Слушай, тебя что-то прям перекосило об асфальт. У тебя морда какая-то квадратная стала. Что? Пиксельная морда. Кого забрали? Раненый, вот, раненый. Очень плохо слышно. А че мы так отлетели? Мы еще подъехали. Бери интервью. У Сватов возьму интервью. Скажи, как у них день проходит? Сват не будет со мной разговаривать. Товарищи сватовцы. А как мы здесь оказались? Товарищ сватовцы, здравствуйте, молодые люди. Я понимаю, вы мало разговорчивы, но эта прекрасная леди пообещала дать вам хорошую конфетку, да, чтобы вы дали ей интервью. То есть дать не в том смысле, о котором вы подумали. Боже, дорогая, я не ожидал, то, что так будешь говорить, дать. Господи, кто о чем? Она обещала дать мне и вам хорошую конфетку. Конфета большая? Прямо обалденно. Дайте интервью. Куда у нас челик с автоматом убежал? Какой челик? Всем привет. А что происходит? Челик. Пока интервью берем с вами. Нет, убежал с автоматом. Дадим короткое интервью. Давайте, дайте, да. А, давайте. Спрашивай. Где микрофон, кстати? Я могу достать свой. А, нет, у меня 18+. Ага, дальше. Итак, поехали, Ваня, тебе везет. Часто ли вам приходится выезжать на вызовы, вот на убийство, на разные случаи? Да, в последнее время очень часто замечают случаи гопничества именно в районе до ДП-11, до лесопилки, точнее. На лесопилке медом на базу. Поэтому здесь усиленный режим у нас. Так, и... Ой. И вам удается поймать гопников, или они все-таки скрываются? Как вам сказать, гопники, они такие существа очень интересные. Они, когда на простых работяг нападают, они сильно герои, а вот когда... Существа интересные. ...печень, то они очень жидко начинают себя вести. То есть ты им оказываешь первую медицинскую помощь, врачи борются за их жизнь, но... К сожалению, что-то они не борются за свою жизнь. Будем и в итоге надеяться, что... в госпитале, да, они все-таки кончают. Будем надеяться, что все-таки посадите всех в тюрьму-то, этих копников нехороших, которые тут терроризируют население острова. То есть они во время агонии какие-то слова говорят? Поподробнее можно с этого момента? В агонии, да, слова они часто используют различные. Их не смущает, в принципе, то, что они ранены. Вот. Но когда доходит дело до операции, то
они сразу же кончаются, как я и сказал. Да, нехорошо получается. Да, есть. Ну, еще вопросы? Я не знаю, что задать, какие вопросы. Я думаю, им стоит уже ехать. Про личную жизнь, про семейную жизнь, я не знаю, что такое. Про семейную? Смотри, какой джигит красивый. О, смотри, весь. А есть предложение? Предложение всегда есть. Ну, это же не для телевидения, конечно. Так что у меня вооружен человек. Что, простите? Ну, он правильно. Синий вооруженный человек. По уставу. Да. Кто там? Там в какой-то форме, нет? Да, это то ли ара, то ли фара, не помню. Ара, фара, господи. Ну ладно, все. Мне тут передают, нам обещали конфетки. Да, конфетку сейчас дам, сейчас, минуту. Так, конфетка. Очень любите конфеты, да? Сладкая. Вот. Конфеты. Конфета. Конфеты. О, конфет. Конфетище. В смысле, я первый хотел взять, алло. Поделитесь еще. Он мне сказал, начал. Я начальник, все, не. Ну вот, все начальник. Че, все? Ой, меня тут какой-то чувак, знаю, надеюсь, что это? Чувиха пишет, что Римас, спасибо, любимый. Что? Ну да, надеюсь, что Чувиха, не чувак такой пишет. Алиса, это все? А, еще да. Я не Алиса. Эмми. Эмми Томпсон, ладно, обознал. Ну вот. Мой муж у вас служит, между прочим. Сейчас он в отпуске. Все. Ну все. Спасибо. Вот так вот, значит. А что ты тут думал, а? Такая прекрасная леди всегда будет несвободна. Я тоже, видишь, палец сижу, сосу. Езжайте. Все, ребят, спасибо. Давайте, удачи. Давайте, взаимно. Живите, как говорится. И шатайте губников. О, господи. Пах. Давай, на КВ, ну давай. Что-то я не могу открыть тачку. Нет, я не отвечаю. А вот, открыл. Открыл. Все, пах. Закрываем. Ты нормально себя чувствуешь? Еда, вода, там все есть? Да, все. Отлично. Отлично. Хочешь подарить тебе эту тачку? Да куда она? Я только выйду с ковала и все, и меня гопнет. Почему? Ты же леди, тем более ты леди, еще раз. И, конечно же, ты репортер. Репортеры неприкасаемая личность. Понимаю, люди всякие. Ты тем более тут еще взрывы эти постоянно. Опасно на самом деле кататься. Это да, это есть такое. Так, ну что, у Свата взяли интервью, надо сейчас самых конченых гопников найти и у них тоже интервью взять, если получится. Ой, кто-то сломался. Ой, ёптать. Пошла пюрешечка. О, пошла пюрешечка. Ребят, мы хотим интервью взять у вас. Можно? Какой нахрен интервью? Да я слышу, блин. Какой нахрен? Ну мы подождем. Ну мы подождем, да. Ребят, мы хотим интервью взять, можно у вас? Да, какой мудрёный, ну да. Давай, мы здесь подождем. Поехали. Да крой, давай. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы в данный момент, чем занимаетесь? С кем перестреливаетесь? От кого? Два прибежали. Стрелять начали по гражданским. Можно. Пытаемся предотвратить. Ты что, не изучили? Стреляете в кого? Стреляете? Сука, бред. А с кем вы стреляетесь? Бандиты какие-то по гражданским автомобилям. Да вон гражданского обстреляли с калаша. Так. Решили защитить его. Правильно, правильно, молодцы.
Здравствуйте. А это нормально, это я в аренду взял. Свои. Вояки, что ли? Я вот эту прекрасную леди защищаю. Я ее телохранитель. Да. А что ж вы так это? Надеюсь, вы не потеряете нашу форму? Да нет, не переживайте. Не потеряю. Да, главное, не потеряйте. Я просто одного из ваших клонировал нечаянно. Клон сериал видели? Так, и что, ребята? А они вот перестреливаются, мы вот интервью берем. Прекрасно. О, ёптать. Опа, опа. Ёптать. Вас обошли, вас обошли сзади. Сзади, сзади, сзади. Сзади, да-да, вон там. А вы как? С кем приехали? Ёптать. Дорогая, дорогая, живи, живи. Я тебя сейчас оттащу. Я тебя сейчас оттащу. Вызовите полицию. Давай, это очень-очень плохо мне. Сейчас все будет. Полицию вызвал, не отвечает. Я что-то в безопасное место оттащу. Вон справа, вон, тут там белый. Ёптать, 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 ёптать. Ой-ой-ой-ой. Тяжелая, да? Да, вообще, вроде такая хрупкая, маленькая, но костливая, по всей видимости. Так, ладно. Бежу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что, по тебе уже щит? Да, по жопе, блин, больно. Ой, моя геморрой излечили, походу, мы только что. Так, вот здесь вот. А, нет, на дороге. Красный. На дороге это плохо. Ой, 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 больно, очень холодно. Ой, блин, так могут меня и целостно сорвать мою. Подожди, подожди. Тихо, тихо, тихо. Ой, ё-моё-моё. Нормально. Слушай, а кайфово? Нет, тьфу-тьфу. Тьфу, что это за мысли? Что это за мысли, подожди. Да, вот именно, что это плохо, это плохо. Это плохо. Так. Я тебе здесь оставлю буквально на 2 года. Ой, на 2 минуты. Сейчас приду. Ага, да-да-да. Так. А, стойте, 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 стойте. Стойте за мной. Там прекрасная леди лежит. Лежит, вернее. Вон там. Ю-ху. Машина, только прикройте задом. Машину, чтобы не стреляли. Что ага. Случилось? Пулевое ранение? Да, пулевое. Пожалуйста, помогите. Пулевое я... тогда в госпиталь. Еще есть? Подождите меня, я за вами еду. Там полно трупов. На машину. Садись со мной. А у меня там машина, Феррари, ее угонят. Да ёпты. Блин, торрент надо отключить. Вернее, Steam. Что это за херня? Что такое? Да, блин, у меня Steam там закачка идет. Че, ребят, все нормально? Ну, одного покорца, он куда-то свалил уже. Так, ну, в общем, вот, медик приехал уже. Да, точно, у нас средний. Да. Рим, вот, жди. Я жду. Рим, это, товарищ, здравствуйте, у вас пулевое ранение? Пулевое, забирайте его, забирайте. Сейчас, да, ну, а там в машине живые? В машине живые? Да мало ли. Да если трону сразу на бананы. Я зафиксирую. А что такое бананы? Банана сыра, где бананы. Ой, едят кушают, такой там. Банан. Отказ не получали вы, самое главное? Нет. А, нет. Ну все. Там в машине еще в зеленой, кажется, еще тело лежит. Эмми, как ты? Да. Нормально? Все очень плохо. Держись. Все, самое главное, держись. Я, короче, медик второй, только трубы эти задержал, отказ на такой. Так, бахыч какая-то. А мне жопа сейчас будет, мам, я уезжаю. Все, давайте, ребят, удачи, держитесь. Все. Твою ж мать. Это просто гребаная жесть. Блин, как это ее затягивает. Так, глушилку ставим. Это что, гопники меня хотят гопнуть, что ли? Нихера себе. Вот это экшон, вот это интервью. Это самое дорогое интервью в мире, ребята. За это интервью, знаете, сколько бабла нам отдавали? Еще просто шайтаном она. Красота. Так, уходим левее. Так, ну я же забыл, что я админ, да? Чипуль? Красота. Классное интервью получилось сегодня у нас. Вот это я понимаю. Экшон.
Долго я их ждал, очень долго. Закрывай. О, закрыл, надо было просто отойти. О, держись. Под колесами, парни, помогите мне, я под колесами. Сейчас, сейчас все будет нормально. Здравствуйте, товарищ полицай. Здравствуйте, товарищи. У нас тут... О, Сергеич, меня зовут Сергей Сергеевич, что здесь произошло? Вот я телохранитель этой прекрасной дамы, у нас произошла перестрелка во время интервью. Вот я этот, с медициной вот доставили эту прекрасную даму. Здесь еще один человек, так, тоже потерпевший. Да, у нас что, стреляли по СМИ? Сержант, помогите. Нет, это была не целенаправленная стрельба, то есть она просто попала под перекрестный огонь. Понятно. Нужны, но просьба не называть полицейских полицаями. А, чтобы, ну, прошу прощения. Это обидно. Да, спасибо. Так, что там? Пойду этот. Где? На втором этаже? Тут, я тут. Где тут? О, ёпты. Тут туалет, подожди. На втором, да? Ты чё её там засунул, чтобы её вытащить оттуда? Ты чё там её суёшь? Пулю вытаскиваем. Здесь а, пулю, я, господи. Дзы-дзы. Выспаси, ну. Спасибо большое. Спасибо большое. Дай бог твоей невесте хорошего жениха. Спасибо. И вам не пора, товарищ Римас. Вам еще одного спасать. Да, да, конечно, конечно. Чувак, ты живой, нормально? Товарищ Сергей Сергеевич, а вы что? Мен, блядь, Лев. Вы что? Я сейчас немного устал за сегодняшний день, вот поспать решил. Давайте, отойдите, пожалуйста, товарищ Римас. Меня, а то мне плохо очень сильно. Больно, выпросите. Трудный рабочий день, Сергей. Бывает. Блин, ну... Товарищ, ну трудный рабочий день, не видел, как я его держал. Ой, блин, ладно, пойдем. Давайте, ребят, спасибо еще раз. До свидания. Все доброго. Все хорошо? Хорошо. Ты уж извини, что тебя не смог защитить-то до конца. Ай, да ладно. Ну, сами тоже виноваты. Там перестрелка, а мы... Зато какой материал отхапали. Это же... Это на миллион долларов, я серьезно говорю. Это Нью-Йорк Таймс купит у нас материал. Чур, я в доле. Чуть-чуть. Спросите, можно ранее? Ладненько, поехали дальше. Сейчас уже полиция работает. Да, садись за руль. Я за руль, я тут это, не смогу с ковала выехать. Да, понял, хорошо. Сейчас сам выйду. Все будет очень плохо. Ничего места у вас больше нет? Двухместных, к сожалению. Ай, жаль, жаль, побегу, пробежусь. Да. А вот, полицейских попроси. Не, они что, таксисты, что ли? Не, ну, почему такси? Может быть, по доброй воле подвезут тебя? Сейчас, если в Ковалу поедем, попросим. О, видишь, какие хорошие. Вот. Вот. А давайте, ладно, ребят. Она нас любит, БМВшка. Алиса? Да я нечаянно. Как меня достали уже. Алиса, почему Алиса? Да я переживал, я просто за Эми переживал. У тебя машина прямо в больнице припаркована была, внутри здания. А, бывает. Нормально. Ладно, давайте. Чё, рассказывай. Уёптать! Уходи. Вылази, вылази, вылази. Твою мать. У меня почему-то руль направо пойдет. Ты слышишь, нормально? Алло? Ля-л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 я. Ты прости, что так получилось. Прием. Она мне материт, походу. Сука, Феррари просрал. Ой, блядь. Блин. Феррари жалко. Встань.
Вставай, страна огромная, вставай. Ой. Чипуль, чипуль, чипуль. Чипуль, чипуль, чипуль. Чипуль, чипуль. Нормально, вы выводите, конечно. Да блин, что-то направо повело, походу. Блин, моя Феррари. Я, блин, думал, вас из машины вытаскивать придется. Там нормально. Гидроудар, все вместе. Эмми. Да, прошу прощения. Нормально, плавать я умею. Просто она руку положила не туда, короче, я чуть-чуть дергнул, короче, и все. Товарищ полковник, я воду нырял, чтобы людей спасти, но они сами выбрали. Что там, выговор уже пошел? Спасибо за инициативу. Да-да-да, спасибо. Так, я старший на полку. Теперь вы нас, ребята, отвезете, если можно. Давайте садитесь. Это жесть просто. Ты как, нормально? Ну, зато скупались. Да, конечно. В такую жарень, конечно. Ну? Чё, водичка горячая? Хорошая водичка. Тёпленькая. Блин, а медика нет? Вот просто в машине кое-что интересное лежит. А мы трогать не... Я как бы... Тебя трогать не буду. Не тронем. Садитесь. Куда вас? В кабалу. Водичка сзади сидит. Да. Все, барышня, она замужем. Так что у нас чисто деловые отношения. Да, да, зайка? Конечно. Самые деловые. Знаю, такие деловые. Нет, нет. Как говорил мой бывший начальник, не сри, где живешь и работаешь. Так, что там? Давайте прям в ковалу. Прям в центр, где можно много бездельников. Че, как служба у вас-то, товарищи полицейские? Служба нормальная, но я еще так вторую неделю здесь на службе. А. Калаш-малаш, почем можно купить? Тяжело. Нельзя? Это надо не у нас спрашивать. А, ну и так можно сказать, сколько срок за калаш-малаш. А, ну, понятно, Ксюха. Я просто спросил, для интереса. Так, сейчас будет небольшая электрошоковая процедура для того, чтобы вы вышли и не забрали то, что лежит в багажнике. Да и никто не будет брать, а я уж точно брать не буду. Так, электрошоковая, хоп, и все сразу таки выходят. Хорошая система консультации. Правильно, система предосторожности превыше всего. Ну ладно, ребят, удачи. Ну давайте, поменьше гопников. Побольше взяток. Ой, побольше хорошей службы. Да ладно, гопники, поменьше бы неадекватов, блин, которые отвлекают от работы постоянно. Вы типа нас, да? Да-да-да, как мы. Да, не вас. Вот другие есть, с вами все нормально. Ладно, давайте, удачи. Странно, и тут никого нет. Ага. А, ну вон там дальше. Так, сейчас я. Телефон. Телефон на звонок. Ну что ж, господа, это была очередная серия Арматериал Тест Лайф. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Прохождение, можно сказать. А ссылки на наш сервер находятся в описании этого видео. Обязательно приходите, присоединяйтесь. И не забудьте про то, что есть... Функция называется поставить лайк и подписаться, если впервые. Всем удачи, до скорых встреч. И, кстати, напишите плюс те ребята, кто смотрит именно этот момент, просто в комментарии. Плюс просто, плюс, и все. Всем пока. Посмотрите, вот что вы спрашиваете, посмотрите по списку. Эх, хорошо мы погуляли с тобой, Эмми, да? Да, неплохо. Спасибо за компанию тебе, кстати. Пойду я, наверное, домой спать, а то что-то перенервничал за твою жизнь. Здорово, мужики. Бывает, бывает. Но. А я не знаю. Это вам в милитарную службу звонить надо. Здорово. Ты мне за калаш когда отдашь? В смысле? Калаш. Ты мне за калаш золотой должен. Ты забыл, наверное? Калаш-малаш? Нет, не да, помню. Золотой калаш. Вспомни, лезгинка. А, ты помню, Вася, слушай, а как ты его просрал? Ты мне калаш должен. Ты забыл? Две копы повязали, когда я вас приковал. Помню, помню, да. Ну, мы же свадьбу справляли. Помню, конечно. Ну, да. Ты мне калаш обещал. И сколько он стоит? 200. Ну, как... Какой проблем? Слушай, иди сюда. Хочешь, я тебе еще один? У меня еще один есть золотой, теперь уже новый. Нет, я больше должен не хочу быть. Я тебя все искал, искал, но тебя нету. Как раз вовремя. О, все готово. О, спасибо. О, ёптать. Не то. Пас, а у тебя по биологическим часам сколько времени сейчас? Всем удачи.